Сегодня в Ледовом дворце «Мариэл» состоялось официальное открытие чемпионата России по синхронному катанию на коньках. Ишкарала уже в третий раз принимает такие масштабные соревнования. На ледовой арене сейчас находится мой коллега Валерий Вязников. Здравствуйте, Валерий. Каковы особенности нынешнего чемпионата? Добрый вечер, Денис. Сегодня, в течение всего дня, в Ледовом дворце «Мариэл» выступали команды, которые принимают участие в чемпионате России по синхронному катанию на коньках. Это достаточно молодой вид спорта, он развивается в нашей стране всего лишь 20 лет. Но, тем не менее, на счету этого вида спорта уже 21-й чемпионат, который проходит именно здесь, в Ишкар-Але. Об особенностях этого чемпионата я хочу задать вопрос о главном судье соревнований Светлане Петровне Кандыба. Светлана Петровна, добрый вечер. Вновь рада приветствовать вас в орденоносной Ишкар-Але. А скажите, пожалуйста, 21-й чемпионат, у каждого соревнования есть свои особенности. Особенности этого чемпионата в чем заключаются? Конечно, большое количество участников, их сейчас более 800, 31 команда прибыла на вашу землю. И это очень радостно, потому что фигурное катание популярно в России, и дети приехали со всей России. Особенность не только вот большая численность, но и обновление команд, очень много новисов, то есть детских команд, то есть дети занимаются спортом в России. 18 команд, это очень много, никогда у нас не было по первому разряду так много команд. Очень много молодых тренеров. Вот вы видите, что за бортиком стоят люди, которые сами недавно катались, занимались фигурным катанием. На сегодняшний день пришли работать с детьми. Это тоже вот особенность нашего чемпионата сегодня. Ну, то есть появился всплеск, интерес к этому виду спорта. 31 команда, 800 участников. Такого, по крайней мере, у нас точно не было. За что мы любим проводить чемпионат в вашем городе, что самые добрые, самые массовые зрители. Очень мало пустых мест на трибуне. Это ишкаролинцы, они приходят, смотрят. И, конечно, родители приезжают из других городов, но не так много, что ваши люди приходят, интересуются, смотрят, болеют. Наверное, думают, может, своих детей тоже отдать. Вот соревнования заканчиваются, наша команда выступила. В принципе, ее выступление вам понравилось, как я понял? Мне понравилось. Я понимаю тренера, она сделала достаточно простую программу. Но вот именно выступление детей, лаконичность поставленной программы, хорошие костюмы. Ну что же, чемпионат еще не закончился, 21-й чемпионат не закончился. Завтра будет основной, главный день. Я думаю, что и зрителей будет тоже много, эмоций будет тоже много. Я желаю, чтобы и у вас, как главного судьи, все получилось. И у спортсменов получилось, и зрители получили огромное удовольствие. Спасибо Ешкар-Але за такую прекрасную организацию чемпионата. Мы любим вашего зрителя, и зритель любит нас. Ждем всех на чемпионат. Болеть за команду, и за свою тоже. А я хочу напомнить, что со словами пожеланий к телезрителям и к вам, Денис, обратилась главный судья соревнований Светлана Петровна Кандыба. Приходите завтра. Завтра второй день чемпионата. Денис. Спасибо. За ходом чемпионата России по синхронному катанию на коньках следит Валерий Вязников.